Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня готовлю очень вкусный шустрый ужин. На самом деле готовится легко, просто и, конечно же, ингредиенты бюджетные. Начинаем готовить. Погнали! Готовлю сегодня шампиньоны. Нам понадобится буквально 400-450 грамм. И нарезаем вот таким вот образом. Сегодня у нас будет очень ароматный, очень вкусный ужин. Многие жарят грибы по-разному. Я жарю по-своему. Мне нравится именно этот способ. Обжариваю грибы прямо в сухой сковороде. Потом только доливаю подсолнечное масло. Картофель нам понадобится грамм 800. Готовлю так, 1:2. Картофель нарезаем вот таким вот образом. В таких сковородках жидкость выпаривается намного дольше, если даже на живом огне жарить в чугунном казанке или в сковороде грибы, выпаривается быстро жидкость. Поэтому я обжариваю их недолго, буквально 2-3 минуты, жидкость сливаю и уже дожариваю грибы. Мне такой способ очень нравится. Рядом ставлю казанок. Отправляю 3-4 столовые ложки растительного масла и отправляю жарить картофель. Картофель предварительно хорошенечко прочистил, помыл в холодной воде обязательно и начинаем жарить. Доливаю растительное масло. Обжариваем 2-3 минуты. Тем временем быстро нарежем лук кубиком. Также нам понадобится пару зубчиков чеснока. Слегка раздавливаю и нарезаем. Грибочки наши уже почти готовы. Отправляю к грибам целую луковицу и 5 зубчиков чеснока. Обжариваем все это дело минуты 3-4 до мягкости лука. Сейчас еще приправим специями. Буквально столовая ложка соевый соус, смесь перцев, солим по вкусу, сладкая лепестковая паприка, примерно чайная ложка. Перемешиваем и жарим до готовности. Про картошку не забываем, но и часто мешать тоже не нужно. Буквально через каждые 2-3 минуты. Картошечка уже почти готова. Отправляем к ней вкусных грибочков. Уже выглядит очень вкусно. Перемешиваем. И жарим еще буквально 2 минуты. Пробуем на вкус, на соль, на перец. Добавляем, чего не достает. Осталось буквально 5 минут. Накрываю крышкой. Огонь у меня средний под казаном. Тушим 5 минут. Выключаем нагрев и оставляем еще на 5 минут. Ну что, друзья, давайте попробуем, что у нас получилось. Нет слов. Картошечка рассыпчатая,
Грибочки очень вкусные, очень ароматные. Друзья, очень простое блюдо, очень аппетитное. Обязательно готовьте. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями и не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.